Находимся в магазине, в TJ Maxx. Берем тележку. Сумки здесь. Сумки. Значит, итальянские сумки здесь дешевле ценой. Но что я недавно узнала, вот для тех, кто живет в Америке, может быть, не знали. Я не знала, например, раньше. Я даже спорила, что все товары здесь идут из бутиков, из дорогих магазинов, либо со складов, которые не реализовали эти товары. И продаются. Ну вот Michael Kors, например, да, компания. Сумка. Сколько она тут стоит? 99, ну $100. Вот, например, Данэй Беркли. Тоже $100. Вот. И я думала, значит, что все. Здесь действительно вот эти магазины Marshalls, TJ Maxx, они все из сделанные товары, нереализованные, либо не пошла модель, либо не купили, даже не в магазинах, а еще на складах, которых Calvin Klein, на складах, которые лежат, $70, сюда привозятся и продаются подешевле ценой. Вот, значит, и буду показывать цену, $30, 39, Michael Kors, опять же, такой же, $80. Вот, я думала так, значит, что типа не реализовали товар, не пошел, либо не распродался, либо осталось. Ой, не идет речь, подождите, сзади тетка. Я тут хочу все. Michael Kors. 228 стоила раньше, а сейчас она стоит $100, а была 228. Майкл Корсовская, вот она, этикетка. Ну так, сейчас это мои. Так я думала, ну не только я думала, все как-то говорили, что да, это же все это товары с этим были по дорогой цене в специализированных магазинах, ну, в этих же Michael Kors'овских, да, продают их, вот. Потом, значит, или не идет, или остается, или обновляется товар другой модели. И вот эти считаются, ну, не то чтобы устаревшими, а не пошел, или не сезон, или чего, или там сезон на севере, у нас не сезон, или у нас, наоборот, Флорида сезон, а у них не сезон. Поэтому... Так, привязанная. Красиво. Это похоже на эту, как ее. На. Ой, господи, на кого же она похожа, забыла бренд. Сейчас скажу, $129. Красивая сумка, классная. Господи, ну скажите мне, на кого она похожа сейчас. Cat Spade. Но стоила она $379, вот эта сумочка. Мягкая, классная, обалденная. Вот видите, уже в два раза цена, то и где-то процентов на 70 ниже. Ну, и я так считала, значит, что вот свозят сюда в эти магазины все, в TJ Maxx в этот, и люди, значит, шопаются, берут. Потому что в специализированных магазинах оно дорого, и там немного моделей, там только новые, это в центрах больших городов. Вот, где-то такое вот по деревням, по американским, и не доберешься до такого магазина, да? Вот, но оказалось недавно, у меня подружка работает в TJ Maxx в другом городе, из кусочков, 59 стоит. Куба какая-то, лезер написано, ну, конечно. А, нет, не натуральный лезер. Вот это вот не натуральный. Ну, и... Это оказалось, никак не скажу главное, оказалось, что все-таки в TJ Maxx и в Marshalls свозятся действительно те модели, которые от домов моделей, от бутиков, от стоили действительно $400, сейчас она стоит 100, да? Но в то же время здесь делает та же, ну, например, Dolce & Gabbana, да? Например, он делает
из таких-то там кусков кожи, ну, примерно про сумки говорим, или из немножко худших кусков этого кожи, вот какой-то. То есть та же модель выглядит тоже. Вы даже если не специалист, вы не отличите вот их. Но те, которые маленько хуже качества кожи, $30, хуже качества кожи, они их притащут Registon. Kenneth Cole. Kenneth Cole хорошая компания, дорогая. Kenneth Cole. Мужская там одежда классная. Ну, и это самое. Короче, ничего вам не рассказала. Что хочу сказать? Короче, я думала, что это все супер, которое идет раньше, не пошло в продажу из супер этих бутиков. И только супер здесь. А здесь, оказывается, намешано. И то, что не пошло из бутиков, и то, что немножко делается та же модель, но она делается немножко из других материалов, которые маленько похуже. То есть есть материал для этой сумки супер, они делают, продают за $500, да? Та же компания, ну, например, ну, к примеру, там Calvin Klein, да? Вот они продают Calvin Klein по всем магазинам. Вот он, Calvin Klein, кстати, $60 сумочка. Стоила раньше она 148, сейчас она стоит 59, 148. Вот была цена Calvin Klein. Ну, и вот они, вот эти вот, что за 148, они и есть. Но оказывается, что компании делают типа двух видов, или может трех видов, ну не знаю скольких видов, но одна и та же модель, но по той же технологии, но просто материалы, а может быть и технология, немножко не соответствуют вот высокому качеству, из которого сделаны те, которые вот дорогущие и никогда сюда не придут, в эти магазины. Понятно? Это мне сказала подружка. Она говорит, слушай, мы там же ничего не говорится, все, что в секрете держится. Ну, и она говорит, что оказывается, говорит, когда дольше поработала. Вот такая красивая сумка это, да? Когда дольше проработала, поняла, что приходят, говорит, 179 стоит. Приходит классная сумка, хорошая. Приходят одинаковые, говорит, эти товары, но по разному качеству. Потом, говорит, началась Calvin Klein вот это. Когда, ну, вот это классная. А что это за Майкл Корсовская, вот эта коричневая, которая была. Красивая, золотая она. По нашей Флориде класс. Золото у нас идет за милую душу. Мягкая, кожаная. Вот, она говорит, и итальянцы, то есть итальянские компании или европейские компании, какие-то американские, делают, получается, что если не хай-класса, не высшего класса, какие-то материалы для сумки, но они очень похожи и соответствуют, но немножко чем-то хуже, то, значит, вот в TJ Maxx их и направить, понимаете? Но она, как она говорила, говорит, качество, в принципе, то же самое, то есть вот одинаковые и замки, все открывается, все классно, все лейблы, все, но именно вот сам материал немножко другой, все, и идет в TJ Maxx он. Ну, вот так вот. Ну, и она говорила, что некоторые коробки мы открываем из тех магазинов, ну, например, наши Macy's Dealers, наши эти магазины знаменитые, открываем их и... Сейчас, подождите. Я не могу разговаривать, когда я вижу... А, Anne Klein, да. Там Calvin Klein 50. Открываем, говорит, коробки из этих дилерсов, ну, то есть этих Мейсисов, уже магазинов, департмент-сторов, которые их не продали. Коробки, говорит, новые, не открытые, то есть они их не продали модели, а на складе лежали, и вот новую коробку так и присылают, например, TJ Maxx. TJ Maxx открывает и продают дешевле. Вот. И... Дана Бёрк, 149, такая классная. Кожаная классная сумка. Обалдеть. $149. Вот. И она говорит, мы это усекли. И я, говорит, потом специально, ну, поскольку она начинала там работать почти без языка, только приехала эта Наташка,
И ничего не знала, как там спросишь, как там вычитаешь, безусловно, у кого-то будешь спрашивать. Ну, в общем, это, ну, когда поработала, начала разговаривать, выяснила этот момент и сказала, что ты можешь себе представить, что в наших магазинах тоже надо поковыряться, покопаться, чтобы купить именно, ну, бренд такой или соответствующий качеству товар, чтобы он был действительно от того магазина, от той компании, от того бренда, которая делает хай-класс. Вот, ну, то есть из супер там кожи, например, из супер материала. Также говорила про обувь и про платье. Это дискаунт уже, красные цены. BB компания, вы знаете, да? Бренд BB. BB 32 доллара стоит. Вот. Nine West. И этот обувь есть Nine West, 20 долларов. Nine West, красная цена. Вот. Но, знаете, если это, конечно, когда уже проживешь здесь долго, когда у тебя 149 сумка, это что, Майк Корс тоже 149, мягкая, классная. Когда проживешь здесь долго, и у тебя затаренный клозет этими сумками, вот, и ты уже как-то, конечно, будешь перебирать, да, 15 долларов, конечно, будешь перебирать ими. Вот. А если только приехал, или ну как только приехал, вот BCBG. BCBG хорошая компания, и у нее 32 доллара. Ну вот, например, BCBG это дорогие такие товары, ну как дорогие, платится там 200 долларов, 300 долларов, вот так. Ну и сумки тоже, вот. Вот на ней написано, что она 198 стоила. Может быть, такая же сумка, точно такая же модель, такого же цвета, все такое же, но кожа получше. Будет стоить в магазине BCBG. Сейчас люди пройдут. Будет стоить в магазине BCBG подороже, и она будет лучше качеством, да? Вот так вот. Так, я не знаю, объяснила я или нет. Короче, коряво объяснила. Все, пошли. Короче говоря, не очень верьте этим магазинам, которые распродают эти. Это не фейк, как они говорили, это не фейк, это не обман, это не, ну, не соответствует правде, это не подделка, никто кустарно эту не делал, сумочку, все это сделано в той же компании, только единственное, что компания сама делает хай-класс этой же модели и немножко ниже класс, потому что там может быть кожа другая, потому что все-таки, когда натуральная кожа, я их понимаю прекрасно, она шьет, знаете, да, там лучше, там хуже, может быть, где-то куски или что-то в этом роде, они там чем-то заменяют, да, например, или там подкладку заменяют чем-то другой, вот так вот. Вот, с целью может специально распродать и сделать подешевле. Так, 20 долларов эта сумка, 19. Империя компания. Вот такая, здесь такой пластмассовый, это сам. Вот это Кельвин Кляйновская сумочка. И она стоит 79,80. Ну, кто не знает, кто только приезжал, кому там оно. Я, например, тоже, я бы, если бы мне бы очень что-то, ну, я просто сейчас на Брамин сумки перешла. А так, если бы мне бы что-то очень-очень понравилось, я здесь и покупала, я покупала. У меня были из Nine West компания, не натуральная сумка, 20 долларов. У меня были эти из TG Maxx, из Marshalls, я покупала сумки раньше. И даже если бы я познала тогда, вот это такая полиэтиленовая дороженная сумочка такая. Стив Мэдден, 40 долларов стоит. Вот. Я брала, и даже если мне тогда сказали, что, слушай, здесь, значит, типа хай-класса гэсовская вот сумка, 44,99 гэсовская. Вот так стоит, если бы мне тогда сказали, и это гэсовские все стоят. Вот так вот стоит, и вот там они делают хай-классы, он только будет в ГЭС продаваться, ну, в компании ГЭС или, соответственно, в дорогом бутике, где будет там супер-супер все, значит, по высшему классу сделано, или в TG Maxx тот же ГЭС, ну, где-то чего-то там они заменяют, да? Вот, ГЭС. Тут кошелек такой вставляется у ГЭСа отдельно. И такой ГЭС. Вот так вот. Красивая, да?
И этот ГЭС такой гладенький. Но это не натуральные ГЭСовские, они все, конечно. Ну, а сейчас в Америке, да, ну и в России уже все давно, уже от натурального они ушли. Так, я коряво рассказала, извиняюсь, но вы меня поняли. Короче, если что-то хочешь отвалить деньги. Louis Vuitton, я вспомнила компанию ту, которую говорю, я забыла название компании. Louis Vuitton. Если хочешь отвалить деньги за Louis Vuitton, лучше не покупайте в каких-то магазинах перепродающих, потому что будет тот же Louis Vuitton, только он будет сделан не из супер материала. Невысокого качества взято, может быть, там, то есть не первый сорт, например, со второго сорта материала будет сделан, просто та же модель. Это распродажа, все навалом навалено, духи, не духи, Versace, духи, это все красные цены, вот они. Так, ну не буду я их показывать, эти красные цены, сейчас, дешевле все там, процентов на 50, на 40, на 20, по-разному. Вот, косметички и $9, и в наборах, и без наборов, и $5, вот такая одна, и синяя $5, и такие кубышковые по две штуки вместе 12 стоят. Так, и я сейчас мыло пойду, мой любимый отдел, это мыло, сейчас. Обожаю нюхать все. Обожаю. Я не говорю, что я все это покупаю, но нюхать. Уж дайте понюхать. Я, кстати, никак не это самое. Не закажу себе то мыло, которое мой подписчик Константин мне тогда посоветовал. И я просто обалдела от этого мыла. И сохранила. А вот это вот Сабон. И сохранила даже этикетку, дабы заказать. И этикетка у меня есть, я закажу как-нибудь себе, мне пришлют, но все нет времени. Вот здесь написано, сделано в Италии. Сапон. Сапон. Vegetail. Vegetail Сапон компания, не знаю. Так. Вот это... Все они выглядят, конечно, классно. Пахнут они очень хорошо. Так цены ж не говорю, да? Ну, 3,99 все они стоят. Около $4. Так, а ну-ка, дайте-ка. Ой, вот это что-то хорошенькое. Ну-ка. Natural product made in Italy. Натуральный продукт сделан в Италии. Слушайте, вот эту вот возьму, если уж... Ой, а пахнет хорошо, не знаю, компания, ничего не знаю. Опять Сапон Vegetail. Все, берем вот это, показала. Кто знает, напишите потом. Все, взяла. Ой, что-то он такой нежный, хороший. И написано Natural 100%. Прямо-таки все там натуральное, прямо. Так, вот эти мыло я знаю, бабочки, бабочки наклеены сверху. Это, по-моему... Это в Америке здесь, по-моему. Главное, мы берем, смотрим итальянское, да, или что-то. Вот я, например, сейчас прохожу. Не то, что итальянское, но я смотрю, о, в Италии сделано, думаю, можно взять. А в Италии, наверное, смотрят, о, в Америке сделано, можно взять, наверное, тоже. Ой, лимончиком пахнет. Если это тоже, это божья коровка тут. Уже коровка. Так. Ну вот. Так, это кто с ушами здесь? Микки Маус. Вот вам Микки Маус. Это этот для рук мыло написано.